Ваш ребенок не знает, какую специальность выбрать? Попробовать себя в роли спасателя, полицейского, телеведущего и во многих других профессиях ребята смогут на празднике «Дети – наше будущее». Около полусотни локаций, найти работу по душе легко. Праздник по традиции начнется с аллеи первоклассников. Здесь разместят фото ребят с их мечтами и грезами о будущей профессии. Попробовать себя в творчестве, медицинском и предпринимательском деле, спорте, посетить контактный зоопарк и отведать сладости. Праздник «Дети – наше будущее» пройдет в парке имени Льва Толстого 14 сентября в 12:00. Ждем вас!